Привет, Никит. Ну смотри, когда ты его поставишь, выбираешь здесь тестер, ну это из вкладочки тестер стратегии, и выбираешь пару. Здесь разные варианты, то есть контрольный точный метод медленно будет рисовать, быстрый метод будет побыстрее, но погрубее. Обязательно визуализацию, скорость при быстром методе ставишь поменьше. Вот, выбираешь дату, начинаешь, нажимаешь play. Так, ничего не идет. Старт. А, старт не нажал. Все, и пошло отрисовываться. Собственно, если ты, допустим, метишь площадки какие-то, лупишь в эти площадки и все. Ну, к примеру, вот, ну, это довольно грубый такой метод. Ну вот, допустим, площадочку нашел. Вот, ну думаешь ее как бы треснуть, вот ништяк, к примеру солишь, сделка должна сейчас появиться, вот она появляется, она иногда, ну, не очень корректно отображается, но на экран нажать она появится, с паузы снимаешь, вот ждешь там падение, допустим, в свою сторону, потом еще, допустим, можно удалить. Прошла инициатива, еще сольнул. Вот сделочка. У каждой сделки свой номер. Он отображается вот здесь. ID сделки. Ты ее можешь отдельно выбрать и закрыть. Вот. Ну, можно стоп-лосс, тейк-профит ставить, но тут оно как-то не очень работает. Я думаю, ты разберешься, попробуешь сам. Еще удалил. Метишь, допустим, вот в эту площадочку хочешь ты попасть. Держишь. Вот здесь у тебя equity есть, там ниже, там прибыль можно смотреть, там текущую. Все, держим, кайфуем, ждем, когда площадка пробьется. Оп, пробилась. Close all, закрыть все ордера, и они здесь отображаются, что они появились. Все, дальше ждешь каких-то новых ситуаций. И там либо от инициативы, либо какие-то давления, может быть, будут появляться. Соответственно, так каждая свеча отрисовывается за несколько секунд. Экономишь время, можешь обкатать свой торговый метод, либо его оптимизировать, к примеру. И главное, мозги на место ставят вообще просто. Супер инструмент. Я буду его для рекомендовать для новых учеников. Обязательно, чтобы практика была на тестере. Тут мне ничего не нравится, пропускаю. Хотя американцы, конечно, здесь покупали уже 2 дня. Но цели хорошие нет, не буду пока лезть. А мне интересен вот этот хай и вот этот лоу. В принципе, пока больше ничего не интересно. Смотрим. Оп, новость какая-то. Бах, мощная инициатива. Это уже намек на перехай. Покупаем чуть-чуть. Фигачит, фигачит. Не дает откатика купить еще. Бай. Да, откатика, нифига, все, перехай есть, close all, закрыли все позиции. Идем дальше. Прибыль уже $400, 0 одним лотом, ну, под 3 частями. Какие-то шортовые инициативы. Сейчас мне интересен вот этот low, как основание импульса. Ничего интересного нет. Очень веленькая площадка, 100 пудов пробьютая. Так и есть. Но пока и мне это не интересно. То есть первая, вторая интересная, но не здесь. О, блин, новость была. Упустил. Давай сольнем, треснем туда.
Очень вялый пробой закрою. Оп. Объемная откупка, скорее всего, новость какая-то. Вот это мне интересная история. Сейчас посмотрим, как отторгуется американская сессия. Американцы остались на хаях. Возьмем. Блин, площадка. Площадка мощная. Захеджирую сел. Блин, американцы забрали, что ли? Нет, азиаты забрали, козлы. Не успел я выйти. Закроем этот сел. На вот эту площадку навалим еще покупочку. Оп. Блин, опасно, опасно. Так. Офигеть. Встряли немного. Встряли. Что делать? Давай закроем. Close, close, close. Принимаем убыточек. Сидим, обтекаем. У нас еще вот этот минимум есть. И площадка осталась. Посмотрим. Может, минимум этот снесут. Оп, аккуратненький вынос. Чуть-чуть купим. Чуть-чуть. Без фанатизма, без доливок. Против шерсти. Нужна лонговая инициатива, а мне и вот эта цель. Ну, давай посмотрим, что будет. Оп, инициатива, еще возьмем. Оп, отлично, отлично. 1 марта, понедельник, вторник, среда, четверг. Наверное, четверговые какие-то новости были. Так, очень хорошая инициатива. Дольем. О, сто пудов будет пробой от этой площадки. Ну-ка. Блин, азиаты, гады. Цепанули. Жулики. Так. Ну, бейте, бейте площадку. Ну, все, наконец-то. Закрыть все позиции. Ну вот так, пробный шар, доливка после импульса и доливка в положительную депозитную подушку. Нормалек. 10800. Ну вот такая история. Сделочки все видно. Какие-то торговые идейки. Вот тоже здесь мы охотились. Здесь охотились за хаями. Здесь пытались купить на площадку. Стреманулись, вышли. В принципе, можно было выйти по лучшей цене. Большая скорость трясовки. И здесь собрали и стрельнули по площадочке. Пожалуйста. Что мы тут начинали? Февраль. Месяц, 10% почти. Ну вот так, пробуй.